Друзья, сегодня делаем булочки. Булочки лебеди будут два вида. Хочу показать вам, как сделать лебедей из дрожжевого теста. Как замесить тесто, ссылочку оставлю. Значит, я уже вот разделила на порции, тесто поднялось. И сейчас начнем. Значит, нужно раскатать небольшую такую лепешечку. И разрезаем. Разрезаем, значит, делаем вот такую полоску. И делаем вот так. Вот что получается. Это у нас будет шея. Это у нас будет хвост. Делаем вот такие вот надрезы. Это будет у нас крыло. Хотя оно смотрит вниз. Берем и вот так вот укладываем красиво. Вот получилось у нас красивое крыло и хвост. Эту часть мы раскатываем слегка и уже на противне выкладываем шею лебединую. Здесь можно придать такую остренькое, но тоже в то же время, чтобы это не сгорело. Вот такая лебедушка будет. Теперь аккуратно переносим на смазанный маслом противень. Сделаем еще, чтобы закрепить результат. Вдруг кто-то что-то не понял. Так, отрезаем. Это будет шея. Это будет хвостик и крыло. Идея не моя, увидела в интернете, но очень понравилась. Хочется повторить, сделать, показать вам. Булочки получаются изумительно красивые. Так, придаем вот клювик. Вместо глаза можно поставить какую-то, да, ту же перчинку, горошинку. Вот так. Вот такая лебедушка. Второй вариант делается проще гораздо, но получается не менее красиво. Так, смазываем чуть-чуть маслом. Так, посыпаем сахаром. Складываем вдвое. Делаем надрезы. Это вообще легко и просто. До середины делаем такой надрез. Вот такой надрез. И здесь еще делаем вот так. Эту часть загибаем и тоже придаем, вот чуть-чуть делаем тоньше, делаем горошинку, глазик, и получается тоже прекрасная лебедушка. Здесь можно чуть-чуть расправить. Вот и все, легко и просто тоже. Вот. Укладываем на противень. Вот такие красивые лебедушки получаются. Теперь смазываю их желтком с молоком и оставляю тоже их на расстойку. Каждые булочки должны расстояться, если они из дрожжевого теста. Глазки сделала из перчин. Да потом просто можно убрать и все. Но без глазика было бы не то пальто. Конечно, если кто-то съест, будет, будет не очень ему интересно. Но из изюма были бы они слишком большие, мне кажется. В общем, вот такие лебедушки. Смазываем
даем расстояться им с полчасика и будем выпекать. Что получится, потом покажу. Готовы наши лебедушки. Смотрите, какие они получились. Смазала я их сиропом. Это чайная ложка сахара. Немножко смешала с кипяточком и размешала и смазала. И еще сразу же, пока они горячие, их нужно от листа, от противня пройтись ножом или лопаточкой вот так вот. Потому что вот именно вот этот вариант, который мы складывали вдвое с сахаром, из него сахарок немножко вытекает. И если вот их оставить остывать прямо на противне, они потом прилипнут и все сломать можно. Вот. Ну, в общем, вот такие булочки получаются. Очень необычно, красивенько. Вот такой рецепт простой. Все, с вами была Наталья. Всего вам самого доброго желаю. Всем пока. Решила немножко доснять. Я же вам не показала ни на разломе, ни вообще, как они подрумянились. Просто вот так вот они снизу. Стояли они у меня, выпекались 17 минут, по-моему. Вот, пышненькие, очень мягкие. Очень замечательные. Вот такие на разломе. Мягкие, пышные и очень вкусные. Вот такие лебедушки. Ну все, а теперь точно пока.